Лучше предупредить, чем лечить. Со следующего года работники компании «Алроса» старше 40 лет будут проходить онкологический скрининг. Количество случаев заболевания раком растет не только в Мирнинском районе, но и по всей республике. Дополнительное обследование поможет выявить заболевания на ранней стадии, когда болезнь еще можно вылечить. Наталья Николаева продолжит тему. Диагностика рака для многих мирнинцев недоступна. Причин много. Главное – высокая стоимость обследований. По мнению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, нужно укреплять такие звенья онкологической помощи, как профилактика и диагностика. Мы сами, как компания, сейчас работаем активно с страховой компанией «Сагаз». Работаем по организации, потому что мы обеспокоены. Ну, это связано не только с Мирнинским районом, с Мирным и с Якутией. Это вообще связано со всей страной и со всем миром, рост онкозаболеваний. Мы сейчас работаем с ними и в ближайшее время будем реализовывать планы по ранней диагностике и диспансеризации именно по онкозаболеваниям всех сотрудников и жителей Мирнинского района. Врачи медцентра «Алроса» по поручению президента акционерной компании Андрея Жаркова разработали программы ранней диагностики рака. Мы разработали 4 программы согласно статистике заболеваемости. Это программа профилактики ранней диагностики заболеваний женской половой сферы, «Женское здоровье» мы его назвали. Программа для мужчин «Мужское здоровье», программа профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и программа ранней диагностики и профилактики заболеваний дыхания, легких и бронхов. Цель скрининга – раннее выявление симптомов рака у внешне здоровых людей. Согласно статистике, лица старше 40 лет попадают в группу риска по онкологии. Мы предположили, что люди старше 40 лет, все абсолютно вредного производства, невредного производства попадают в эти программы. Единственное, по программе профилактики желудочно-кишечных заболеваний попадают люди старше 45 лет и раз в 2 года. Программы скрининга включают исследование крови, эндоскопию, маммографию, томографию и УЗИ-диагностику. Все исследования необходимо проводить профилактически, даже если человек считает себя абсолютно здоровым. При хорошей диагностике заболеваний нет необходимости в лечении. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».